пристрастием к табаку мир борется сообща уже не первый год. Если в Америке курение считается дурным тоном, то нам, пожалуй, до этого еще далеко. Курите давно? С детства. Сигареты любимые есть какие-нибудь? Да. Папиросы же там самые любимые сигареты. А какие именно? Что за папиросы? А Беломор. Лучше всего чистое здоровье. Мы не будем лишний раз напоминать, сколько капель никотина убивает лошадь. Но если вы серьезно решили завязать, у вас есть отличный шанс это сделать именно сегодня, во Всемирный день без табака. Как вы реагируете на то, что когда с вами рядом курят люди? Это нормально. То есть это такое соседство вас устраивает, да? Конечно. Есть вещи похуже.